Торжество отметил Иоанно-Предтеченский собор Екатеринбурга. Колокола храма Иоанна Предтечи в разные века призывали верующих на молитву. Этот дом Божий был построен как кладбищенская церковь на средства купцов Телегиных в XIX веке. Но в следующем столетии храм стал духовным центром практически всего Урала. В день усекновения главы Иоанна Предтечи литургию в храме именинники возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. О мученической кончине Предтечи Господня повествует Евангелие от Матфея. Он не хотел исправить свою личную жизнь. Его Иоанн Креститель обличал в том, что он живет с чужой женой. И нельзя это делать. И Иоанн Креститель прекрасно понимал, чем может закончиться вот его это свидетельствование правды. Царь Ирод устроил богатый пир, на котором перед гостями танцевала Соломея, дочь Иродиады. Она так угодила этим Ироду, что он поклялся перед гостями дать ей все, чего бы она ни попросила. Иродиада научила дочь просить голову святого Иоанна Крестителя. Не справился Ирод со своими страстями. Он обещался собравшимся с ним сотрапезником, собутыльником, что так мне понравились пляски этой девицы, что я все готов исполнить. Я настолько могуч, я настолько всесилен, что могу все, что хочешь сделать. И он даже и показал меру, что он может, как он думал, сделать. Даже половину моего царствия могу отдать. И когда услышал, что не надо отдавать полцарствия, нужно лишь совершить еще большее преступление, убить святого невинного человека. Вот здесь действительно в слабое место произошел удар. Также правящий архиерей зачитал обращение святейшего патриарха по случаю Дня трезвости в день усекновения главы пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Сегодня стоит помолиться о тех людях, которые страждут грехами зависимости, винопития, наркомании, других зависимостей, которых сейчас очень много. Мы уже совершили молебен о страждущих от греха винопития и от всяких зависимостей. В годы советской власти эта церковь оставалась одной из немногих действующих, а в 1941 году собор вообще остался единственным действующим храмом Свердловска. 7 сентября 1943 года Иоанно-Предтеченский собор становится кафедральным собором Свердловской епархии. Почти треть века Дом Божий был главным храмом Урала.